По сообщению пресс-службы Тинькофф, участвующие теперь в партнерской программе от Ростуризма, россияне смогут получать повышенный кэшбэк, если гражданин приобретет тур через сервис Тинькофф «Путешествия» с помощью карты МИР в период до 15 июня текущего года. Для участия в акции и получения повышенного кэшбэка необходимо выполнить несколько условий. Больше информации доступно в разделе «Новости».